Французский парламент приступил к обсуждению законопроекта, ужесточающего меры по противодействию терроризму. Он предусматривает наделение более широкими полномочиями спецслужб в сфере сбора необходимой информации и слежки за гражданами страны. Речь, в частности, идет о прослушивании телефонов и установке шпионских программ на компьютерах лиц, подозреваемых в экстремистской деятельности. Если раньше для этого требовалась санкция суда, то в случае принятия документа достаточно будет разрешения Национальной комиссии по контролю за сбором данных. Террористическая угроза, и я должен напомнить вам об этом, на сегодняшний день самый опасный вызов, и каждый должен это понимать. Речь не идет о том, чтобы напугать, а о том, чтобы это осознать и четко сказать об этом нашим согражданам. Отдельное внимание в законопроекте уделяется необходимости повышения кибербезопасности. Актуальность этой проблемы оказалась в центре внимания на прошлой неделе после взлома хакерами, называющими себя сторонниками группировки «Исламское государство», внутренней сети и аккаунтов в социальных сетях.